Ну вот он, настоящий Хаммонд, да? Настоящий Хаммонд, о котором так долго все говорили и мечтали. Что здесь можно рассказать? У него две клавиатуры. Хаммонд, как известно, сделан для того, чтобы подражать настоящему церковному органу. И для того, чтобы сохранять пространство. То есть звук у него происходит не за счет того, что трубки гудят, да? То есть воздух подается в трубки, как у настоящего органа, и трубки гудят, трубы звучат. У него есть круги металлические, которые вращаются в магнитном поле. И поэтому вот вы сейчас слышите такой шум. Вот этот шум, это и есть электрический мотор, который вращает эти диски металлические. То есть смысл состоит в том, что вращающиеся эти металлические диски и создают, собственно, звучание. То есть Хаммонд – это электромеханический инструмент. Две клавиатуры. Можно менять регистры. Да, можно... Можно что-то такое. Еще есть басовая педаль, точно как у органа. Я еще нажал. Громкость регулируется педалью. Сейчас я ее погромче сделаю. Да. И мы попробуем что-нибудь сыграть сейчас, да? На двух клавиатурах сразу. Орган Хаммонд.